Всем привет! С вами Денисыч и Мирана. Я целый месяц не давал Миране команде. Представляете, просто целый месяц. Ни одной команды не стоять, не лежать, там ни голос, ничего такое. И в этом видео мы узнаем, забыла ли команда Мирана или нет. Или она будет просто выполнять их сходу. Ну и давайте приступим давать Миране команде. Это чуть-чуть русский разговаривает. Поехали, смотрим видео до конца. И знаете, где мы находимся? Мы находимся на том месте, где Мирана с Чаком бегали на расстоянии, то есть на время 100 метров. Сейчас ставлю видеоролик, смотрите, как они просто бегали. Ко мне! Стоп! И Чак у нас прибежал за 11.97, вы представляете? Получается почти 5 секунд. Мирана прибежала за 16.08. Бегом! Включил таймер. Так, где-то 50 метров прошла уже. Да, вот Мираша сидит. Такая вот зажатая, холодно ей. Она очень замерзла, привыкла сидеть в помещении в теплом. А сейчас вышла и даже лапки трясутся у нее. Да, Мираш, бедная собака, скажешь, мучает ее, мучает, но гулять надо, Мирана, гулять надо, просто надо. Вот так вот у нас едут машины, посмотрите, мы идем по левой стороне, я Миране команды вообще не даю, в принципе. Итак, все, машин нету, можно приступать, в принципе, к выполнению команд. Мирана всегда ходит рядом, поэтому для нее это ничего такого, то есть рядом, я даже рядом не говорю, она идет вот так вот. Рядом со мной с левой ногой. Сейчас я ее отцепляю. Чик. И давайте смотреть, как она будет выполнять команды. Вообще без еды, без всякого поощрения. Лежать. Лежать! Да, видите, прошел месяц, но она помнит команду лежать. Сидеть. Сидеть, сказал. Молодец, и она помнит команду сидеть. Мирана, голос. Голос. Голос у нее всегда поначалу как-то не очень, а потом она разлаивалась. Голос. Молодец, голос. Голос. Да, голос. Голос. Умница, молодец, голос. Хорошо, ждать. Да и команду ждать она всегда выполняла очень хорошо. Давайте посмотрим теперь команду ход. К ноге. Ход. 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 К ноге. Отлично. Ждать. А теперь мы посмотрим команды на расстоянии. Я уйду туда далеко, а вы будете видеть, как Мирана выполняет команду. Но при этом вы будете меня тоже слышать, так что смотрим. Лежать. Я говорю потихоньку, я просто даю жесты. Сидеть. Стоять. Сидеть. Лежать. Ждать. Хорошо, довольно-таки хорошо она выполняет команды, не забыла ничего даже на расстоянии. Отойдем еще подальше, надеюсь, меня слышно. Сидеть. Да, хорошо, стоять, молодец. Лежать. Давай, давай, давай. Ложись, хорошо, отлично. Теперь команда к ноге. Я просто постучал. Все, она бежит. Молодец. Молодец. Кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Денис Чимирана. Всем до скорой встречи и всем пока.